Radio Classics. Radio Classics. Muusikasündmused Eestist ja Lätist. Muusikas notikumi Igaunijā un Latvijā. Нам очень повезло с выбором места, с предложением здесь сначала репетировать, потом давать концерты, и в конце концов мы договорились о фестивале, и теперь это уже традиционный фестиваль. Сигурда – это идеальное место для работы, для интимного общения друг с другом. Здесь нас всюду окружает природа, окружает правильная атмосфера и, главное, окружает забота людей. Так что мы себя чувствуем здесь действительно дома. Мне даже всегда жалко, что это только несколько дней в году, потому что такое место и такую возможность иметь такую базу для работы оркестру надо было бы иметь даже на дольшее время, то есть хотя бы на дней 10, не скажу, 2 недели. У нас всегда есть визитная карточка какой-нибудь балтийской музыки. Вот в данном фестивале был сыгран новый опус Петриса Васкса. Ja nebūtu Gidons, tad es droši vien vispār diez vai būtu rakstījis violē, jo es tā īsti nevarēju saprast, kas ir violē un kā violē jāraksta. Man ļoti patīk stīgu orķestris. Bet man nebija īsti saprotama viole, un tikai pateicoties Gidona tādam ierosinājumam, rosinājumam, es saņēmos un uzrakstīju violē vienu skaņdarbu un ļoti iemīlēju šo instrumentu. Nu, pats atkal jauna mīlestības vēstule muzikā Vox Amoris, atkal violē. Nu jā, no muzika jau ir par mīlestību, beigās visapirms, jā. Un ar ko vēl vislabāk var pastāstīt par mīlestību, kā ar violas palīdzību. Мне очень нравится музыка Васкса. Очень хотел сыграть, и сегодня встретились с автором, он говорит, все будет нормально, ты только играй с любовью. Ну, я старался. Мы также играем музыку Раминты Шеркшнити, литовского автора. Недавно Камерата в Берлине сыграла пьесу «Лепо Сумеры». Короче, мы стараемся за наши балтийские корни держаться, и нельзя забывать нашего сотрудничества с живущим неподалеку Георгием Пелицисом, с Эркис Вентюром. Но на моем жизненном веку мне удалось привлечь внимание к каким-то авторам, важным для нашего столетия, для современной музыки. Я счастлив, что мне удалось, по крайней мере, присоединить, и я не скажу голоса всех музыкантов Камерата Балтики, но все равно вызвать интерес у большинства из них. Гидону спасибо, что программы интересные подбирает. Каждый слушатель тут может что-то найти в этом фестивале. Я тут могу назвать не только как Арво Пертки и Кончели, но и Софью Губайдулину, Леонида Десятникова, Виктора Кисина. Сейчас уже не сумеющий побывать в Сигурде Мечислав Вайнберг.
тут уже мы как дома. Каждое лето приезжаем, все нам как бы уже известно, привычно, публика замечательная. В общем, мы все и делаем ради публики. Gidons pieder pie tās laikam gan nelielās daļas muziķu, kas ir no Latvijas aizgājuši pasaulē, bet nav pazuduši tur pasaulē, bet ir atgriezušies mājās un muzicē un dāvā mums muzikālus svētkus katru vasaru Siguldā un ne tikai tur. Ja nadzējuši, to mēs atpratnājam 10-lītī zi sliedušajam gadu, i što Siguldā ešo būdīt nam služīt s takim nebaļšim lītim домом, небольшим лагерем какие-то годы, потому что сложились какие-то традиции, и хочется эти традиции сохранять, потому что все-таки Сигулта – это кусочек Балтики, нам родного воздуха, нам родной природы, и держаться за дом хочется не только мне, но и всем музыкантам. Мы рады, Балтики. Спасибо. Балдесимс.